Итак, друзья, всем привет. Андреевский спуск. Подол. Одним видео. Музей. Андреевская церковь. Сейчас вы видите. Еду я на велосипеде. Будем потихонечку, не спеша спускаться. Памятник Тарасу Шевченко. Сейчас день, потому людей совсем немного. Но здесь бывают по выходным дням ярмарки. Можно много купить разной сувенирной продукции. Что мы проехали лестничку на Лысую гору, там вообще замечательные виды. Везде ступеньки, потому может даже немного трусить. Камера у меня экшен не очень новая. Вот уже, в принципе, практически самый конец. Мы его объехали за 4 минуты. Именно Андреевский спуск, он не такой большой. Что-то за свисты какие-то новые.
вот заканчивается Андреевский. Начинается уже Подол. Такой вот перекресточек. Направо у нас идет Почтовая площадь. Так, сейчас давайте я вам колесо покажу более с далекого расстояния. То, я думаю, его, скорее всего, полностью видно не будет. Вот это колесо обозрения на Подоле, на Контрактовой площади. Оно ночью светится, его видно сдалека. Очень красивое. Очень красивый, точнее, вид сверху. Сейчас давайте с вами подъедем, послушаем, как у нас играют на гитаре ребята. Я с хора, жена.
сам, я жена сам, жена сам. На вид на сто полю, жена сам. Выбыв лишнее с моря, жена сам. Захлебнувсь я с горя, жена сам. Сейчас мы с вами подъедем к метро Контрактовая площадь. Вот все пишут, повестки раздают. Где-то в центре на Подоле я еще никого, в принципе, не заметил. Наверное, может, за счет того, что день. Вот, тишина. Thank you.
Шаурмехи у нас по 100 гривен, средняя. Можно, в принципе, накушаться. Ну вот, в принципе, и все. Ладно, друзья, буду ехать сейчас кушать шаурму, так как мне еще до вечера кататься. А с вами я буду прощаться. Подписываемся на канал. Потом еще поеду на пляжик, поснимаю. Покажу, сколько людей у нас на пляже. На Трухановом острове. Это, в принципе, все люди, которые приезжают в центр, они могут на пляж пешком дойти. С центра не очень далеко.